Друзья, всем добрый день. Сегодня в мастерскую зашел интересный человек. Попробовал покрутить. Мне 23 года, я сюда приезжал за впечатлениями, и к тому же, ко всему, у меня живет здесь мама. Вот, я фотограф, снимаю интересных людей, люблю делать портреты им, люблю смотреть на их реакцию. Вот, и это место, оно прям такое особенное, и хочу сделать про него историю, фотоисторию. В дальнейшем хочу выпустить книгу с этими людьми. Рядом не могут люди всегда, быть вместе не могут люди. Нельзя любви земной, любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считали дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна она.